кадры, которые вы сейчас увидите, соединены в той последовательности, в какой снимались. Для просмотра представлен практически весь отснятый материал без купюр. Звуки, сопровождающие снятые кадры, записывались одновременно со съемками. Фонограммы различных средств массовой информации, которые к ним добавлены, записывались по трансляции с радио и телевидения в дни съемок. Третье сентября 1993 года. Отель «Метрополь», 11 утра, пресс-конференция Мстислава Ростроповича. Киногруппа историко-публицистического фильма «Во времена реформ» приехала в Москву для съемок его концерта на Красной площади. Столетие со дня смерти Петра Ильича Чайковского он собирался отметить исполнением с Вашингтонским симфоническим оркестром двух патриотических произведений. Одно из них — увертюра Чайковского, 1812 год. У нас к вам вопрос о выборе произведения, которое вы исполняете на Красной площади. Ведь увертюра 1812 год – это патриотическое произведение, посвященное, как сказали бы, в прошлом победе одного народа над другим. И представляется несколько загадочным выбор этого произведения в наше мирное время. Ваш выбор был сделан спонтанно или продуманно? Вкладываете ли вы в это какой-то особый смысл? Конечно, я прихожу к решению спонтанно, но я верю своей интуиции. Поэтому, когда вы мне задаете такой вопрос, и я моментально анализирую это, я вам скажу, что я абсолютно с моей точки зрения прав. Я вам скажу почему. Потому что вы сказали, что один народ победил другой. Правильно, это сочинение посвящено этому. Но вы не сказали, кто был побежден. Агрессор был побежден. Ведь был побежден, была побеждена армия, которая спалила, понимаете, заняла пол России, по крайней мере, заняла Москву. Поэтому, знаете, поэтому это произведение, оно имеет и религиозные корни тоже, потому что там использованы мотивы молитвы в 1812 году в увертюре Чайковского. Поэтому это молитва и прославление народа, который освободился. Он освободился от нашествия. То же самое, та же самая идея, в общем, гуманная идея, это идея Александра Невского, которая ведь не мы напали на тевтонов в конечном счете, на Тверском озере что-то тоже происходило. Понимаете? Поэтому я считаю, что это именно показывает продуманно, потому что это показывает, я бы сказал, силу духа, которая обеспечивает, силу духа, которая обеспечивает России свободу, нам самим. Вчера Верховный Совет принял закон, согласно которому воспрепятствование деятельности законных органов государственной власти и насильственное изменение конституционного строя карается вплоть до расстрела. В тот же день, 23 сентября, у Белого дома, около 3 часов дня. Вот, раздайте оружие. Тут 1050 тысяч, вся Москва наша будет. Кого мы изберем? Тут их начинаем руководить. Но не тех наместников, которые Ельцина рассылает по всей стране. Так нам... Снимать не надо, я просто так. Снимать не надо. Да пусть снимает, нет. Жена Оля. Дорогие мои дети. Николай и Оксана. Я вчера пошел на защиту парламентского дома, Совета. Я ушел, потому что моя совесть подсказывает мне быть здесь. Я ушел ради вас, ради вас. Я хочу, чтобы был мир во всем нашем бывшем Советском Союзе. И мне... больно видеть, когда распродают мою страну. Больно видеть, когда... когда совершаются преступления, изнасилования, растление малолетних детей. Я хочу, чтобы вы жили счастливо в нашей стране, как было раньше, как было при советской власти. Еще раз повторяю, жена, если что со мной случится, не обижайся на меня. Будем жить. Я надеюсь, все обойдется.
Я надеюсь, преступники во главе с преступником Ельциным, во главе с так называемым правительством, будут наказаны. Спасибо. Все. Понимаете, СССР для одних это СССР, для других это Россия, которая всегда была в России. Страна-то одна. То, что ее поделили на республики потом, а от этого суть практически не изменилась. Поэтому что здесь можно говорить? Все, для меня было все ясно уже давно. А вы думаете, что можно заставить, не заставить, а как вот вы себе представляете, обратно они вернутся, да? Я думаю, конечно, не только вернутся, они сами захотят. Вы посмотрите, что происходит сейчас в Беларуси. Напали на здание штаба Объединенных Вооруженных Сил СНГ в Москве. При нападении был убит один из милиционеров, который охраняет штаб. По словам Грачева, к ночному нападению причастен назначенный парламентом министр обороны Ачалов. 24 сентября. В офисе эпицентра на 27 этаже мэрии напротив Белого дома. 6 вечера. Там проблема действительно с оружием. Но это не дело Грачева, это дело МВД. Но МВД, насколько я знаю, сколько, треть сказали, да, по постфактуму? Треть не поддерживает регионов, органов внутренних дел. Я треть не слышал. Я знаю три региона. А три региона, да? Треть это как-то так. Треть это уже круто совсем. Нет, три региона, где просто перепочинились местные власти. А как вы бы на их месте поступили, извините? На чьем? Ну, сейчас на месте власти. Вот в этой ситуации уже конкретно, вот когда уже дошло до такого, и там оружие. Вот в этом есть одна особенность вашего подхода. Вы всегда у меня спрашиваете, а как бы вы поступили уже вот когда вот это такое? Не надо делать такое, вот не надо такого доводить, тогда не будет такого, таких решать задач. Нельзя же так все время пытаться все время засунуть это все в такую вот щель, что потом тут не выковыряешь ничего. Ну, а если по делу, так что за проблема-то? Я бы взял сейчас вот это, вот так цепочку провел, так, ночью сегодня, Белый дом окружил бы, очень жестко окружил бы, вот, и все, и больше ничего. Ты сказал бы, что уходить могут кто угодно, приходить не может никто, но уходить может только без оружия. Вот и все. И сколько бы так ждали? Ну, я думаю, уже через неделю все бы рассосалось. Наш президент сегодня легитимен. То есть он поддерживается народом. Следовательно, то, что он делает, имеет основание быть сделано. А то, что делает парламент, в основном законно, но абсолютно нелегитимно. Это очень серьезный и глубокий кризис. Около Верховного Совета ситуация в общем не изменилась. В эти минуты по-прежнему за баррикадами продолжается митинг сторонников парламента. А в самом здании не горит ни одно окно. В 10 часов вечера в нем отключили свет. А за полчаса до этого на Краснопресненскую набережную прибыли грузовики с частями дивизии Дзержинского. Несколько часов спустя после встречи в эпицентре. 24 сентября. Братья на братьев! Люди! Они рассчитывают, что у вас будет темнота в стране!
честь Мосэнерго! Давай остановите! И не покажем им, что у нас остались патриоты! Земляки! Я думаю, в любом случае, мы победим! Все! Не шагу назад! Мы победим! Дорогие друзья, большое спасибо всем тем, кто, несмотря на дождь, на ветер, на холод, пришел защищать не Рудского и Хасбулатова, а пришел защищать закон и конституцию. В середине дня Александр Рудской принял на парад ополченцев, которые будут добровольно защищать законодательную власть, если того потребуют обстоятельства. 25 сентября. Час дня. Проход от Белого дома через милицейские кордоны к метро Баррикадное. Милицейские посты не пропускают в зону защиты Белого дома никого, кроме народных депутатов. В то же время можно беспрепятственно выйти за пределы оцепления и вынести с собой оружие. 1250 рублей килограмм, 30. Была, которая 56 копеек. Вот, значит, пир работает. Не, минуточку. 30 тысяч. Пардон, вы снимаете, да? Нет. Тогда надо снимать доллары. Вот он, значит, да? Конгресс США подал в суд на Клинтон за то, что тот поддержал этот план. Великолепно. Звук разговора у метро не записался и воспроизводится по памяти. Один из мужчин сторонники Верховного Совета, другой президента. Женщина доказывает, что они попусту тратят время, пока ищут корень зла в позиции другого. Ее мнение мешает зло в каждом из нас. Сентября. Воскресенье. 9 утра. Репетиция перед концертом на Красной площади. Как долго мы должны ждать, пока поставят микрофон? Я хочу это знать. Сейчас микрофон ставят на банды. На банды поставят сейчас микрофон. Thank you.
завтрашнем концерте, как вы знаете, принимает участие Национальный оркестр Соединенных Штатов Америки под управлением Мстислава Ростроповича. В программе концерта «Кантата» 26 сентября около 12 часов дня. Финальная часть, въезд Александра в Псков и торжественная увертюра Чайковского 1812 год. Вы услышите сейчас, как воплотил в звуках Петр Ильич Чайковский вот это грандиозное противостояние борющихся сил. Параллельно с концертом у музея Ленина шел митинг оппозиции. Президент и правительство полностью контролируют ситуацию в стране и предпринимают в соответствии с указом Бориса Ельцина все необходимые меры для обеспечения стабильности в центре и регионах, сообщил пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков. Сентября. У Белого дома и мэрии со стороны Калининского проспекта. Около 12 часов дня. Коммунисты лишились всех лазеек и потайных троп, проложенных ими за неделю партизанской войны в Доме Советов. Несколько рядов сотрудников милиции в касках и бронежилетах, многие метры колючей проволоки, поливальные машины и водометы лишали всякой надежды любого желающего проникнуть внутрь кольца. Непосредственно у здания парламента и внутри него находятся только те немногие, кто не ушел домой накануне вечера. Но утреннее заседание, созванное президентом съезда, все-таки состоялось. Кстати, депутатов через кордоны милиции тоже не пропускали. Поэтому неизвестно, сколько их сейчас находится в здании. Лучше снимите меня и с этими словами о том, что вот депутаты не пускают до выполнения своих обязанностей. Вот что самое главное. Вот она, демократия в действии, естественная демократия, когда человек, права человека просто ущемлены для выполнения своих обязанностей. Но зато создан комитет при президенте по правам человека. И как в нашей сказке такой, жалуйтесь, жалуйтесь, вот мы будем туда жаловаться, а результат вот он будет. Вот что страшно. У нас уже две оппозиционные газеты. Хорошо, желаю успеха. И ничего другого. Вообще, мы готовы настиль стоять. Вот поставили бы настиль стоять, и мы бы стояли. Жить надо. Надо не надо это, жить надо. Но надо защищать. Защищать и воевать немножко все-таки разные. Ну, поверьте мне. Вот почему не дают каждому, вот те, кто пришел сюда, каждому дать задание, чтобы он агитировал. Вот он прошел этот район, прошел другой район, агитировал. Идите агитируйте. Да, массу! И массу сюда! Всю массу собрать! Нет, люди сами тогда должны это свой будет успех нашей... Никакой крови не должно быть. Но пока мы не работаем с народом, успеха еще мы не добились. Защищать можно и не оружием. Защищать на законность. Люди защищают должны законность, находясь здесь, не давая повода для никаких... как говорится, поводов для того, чтобы конфронтацией заниматься, все остальное. Просто стоять и охранять Верховный Совет до тех пор, пока... Нет, ничего они не сделают. Это есть любое их движение по отношению силы, это для них поражение. Только, я считаю, что законную власть защищать можно только без нормальным путем. Народ должен защищать. С другой стороны Белого дома, возле метро Краснопресненская, спустя 2 часа. Внутри Белого дома обстановка стала совсем боевой. На каждом этаже воздвигнуты баррикады из металлических сейфов, столов и стульев. В конце каждого коридора непременная проверка документов. В настоящий момент толпа на улицах, прилегающих к зданию парламента,
продолжает пребывать. Министерство внутренних дел России обращается к вашей мудрости и благоразумию, тем вашим качествам, которые видели в вас ваши избиратели, как у государственных людей. Проявите трезвость и объективность в оценке событий последних дней. Не обостряйте обстановку. Сейчас России, как никогда, нужна сильная и решительная власть, способная в кратчайшие сроки принимать верные и обоснованные решения. А что вас превратили? Как же не стыдно? Посмотрите на вас, как себя ведет прекрасно. Посмотрите, какое настроение у народа, несмотря на дождь, на непогоду. Что вы делаете? Ведь раз обратили. Товарищи депутаты! Возле метро Краснопресненская, 28 сентября, в 5 часов дня. Только что сообщил по телефону наш корреспондент, часть митингующих у Белого дома прорвала оцепление и прошло по Калининскому проспекту. 29 сентября, 6 вечера, метро Баррикадное. Володя, Володя! Уходи! Там же в 8 вечера. Я сам лично голосовал за этот закон. Вам не нравится? Нравится. И по всем остальным мы то же самое делали. Не надо говорить то, что говорят по телевидению. Потому что большинство людей не читает законы и верит тому, что говорят по телевидению. А теперь вы знаете, что такое телевидение. Не собираемся уходить из Дома Советов, а в случае штурма окажем вооруженное сопротивление, заявил во вторник Руслан Хасбулатов. Как ожидается, президент Российской Федерации Борис Ельцин сегодня встретится в Кремле с главой Русской Православной Церкви, патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Патриарх в среду призвал противостоящие стороны к диалогу и предложил любую форму необходимого посредничества. Нашли бы способ выхода мирным путем России из этого глубокого экономического и политического кризиса, и нравственного кризиса. 30 сентября. У личной резиденции патриарха. 4 часа дня. Которых, я считаю, два, которым часто пользовались эта армия и милиция. Появляется еще масса институтов, которые можно сегодня использовать для нормального решения вопроса. В первую очередь сегодня вопрос гуманности, так, и второе – это права человека. Вот с помощью церкви, с помощью патриарха, по его инициативе, да, такие шаги есть. Так что перспектива есть. До встречи с патриархом я, в общем-то, считал, что единственным стабилизирующим фактором сегодня в России может стать, ну, его называют по-разному, Совет Федерации, Совет Субъектов Федерации. То есть орган, представляющий региональные власти. Мне казалось, что других сил в России уже не осталось. Вот, собственно говоря, та позиция патриарха, которую он продемонстрировал своим воззванием, и то, что вот сегодня было высказано, вселяет надежду, что кризис может быть еще сделана попытка по преодолению кризиса на нравственной платформе. Простите, пожалуйста, вы не скажете два слова, чем кончилась встреча, на что можно надеяться?
Я думаю, что надежда. Спасибо большое. Я думаю, что надежда есть. И нам эти надежды дал Святейший Патриарх. И мы радуемся тому, что есть люди, которые сохраняют мудрость и готовы выступить в посреднические миссии в этом конфликте, потому что победителей в этом конфликте не будет. И кроме того, любая война заканчивается все равно переговорами. Поэтому переговоры надо провести до войны. Ваше Святейшество, как прошли ваши переговоры с депутатами? Спасибо, идут переговоры. Все время встречи, вот вчерашний день и сегодняшний день встречи. Я думаю, что у нас единомыслие есть. Нужно выходить из кризиса, нужно находить. Нельзя допустить пролития крови, нельзя допустить развала страны. Правильно ли мы понимаем, что этот момент в некотором смысле исторический? Впервые при такой конфликт вроде бы решается мирным путем. Я не знаю, насколько он решится, но нужно сделать все для того, чтобы он бы решился мирным путем. Спасибо. Удачи. Сопротивление внутри Белого дома возглавил Александр Рудской, на плече которого сейчас автомат. Депутаты тем временем открыто говорят о возможности гражданской войны. Большая группа журналистов собралась сегодня с утра в московском Свято-Даниловом монастыре, где за закрытыми дверями проходили переговоры между представителями президента России и исполнительной власти с одной стороны и бывших депутатов с другой, при миротворческой роли святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. 1 октября. Свято-Данилов монастырь. Официальная резиденция патриарха. Час дня. Сегодня Юрий Воронин потребовал для парламентской стороны предоставления прямого эфира на телевидении. По словам участников парламентской делегации на переговорах, это требование является предметом обсуждения. Связка уже близка. Режим идет на первые уступки. Но ни хрена депутатам их уступки уже не нужны. Нужно восстановление Конституции в полном объеме. Нужна власть Советов. 2 октября. Смоленская площадь. 3 часа дня. Я считаю так. Мы вчера собирались, депутаты, на сессию, рассматривали этот вопрос и решили так. Все компромиссы возможны только на основе Конституции. А уважаемый патриарх, уважаемые священнослужители, мы, так сказать, им в пояс кланяемся низко, все хорошо, но их дело не допустить насилия, постараться умиротворить, прежде всего, вот, товарищи. А политические вопросы решать должны политики. А ваши планы какие? Вы не собираетесь отсюда уходить, будете здесь стоять до конца? Ну, я не собираюсь отсюда уходить. Здесь люди стоят, я буду стоять. Что уходить? А что вы требуете, простите? Соблюдение закона, что? Что и народ? Восстановление Конституции, которую растоптал Ельцин. Что я не требовал, вы спрашиваете, что требовал? Что я не требовал? Пожалуйста, дайте нам поговорить. Я прошу. Пожалуйста. Так. Просьба убедительная, да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Подождите, идут переговоры, поэтому не мешайте, пожалуйста. Простите, подальше. Убедительная. Кто? Это председатель Моссовета Гончарова. Прошу, прошу, прошу. Прошу, дайте возможность. Отступите на 2 шага назад, вести переговоры спокойно. Пожалуйста, прессу, прессу. Прошу.
властью, данную нам от Бога. Мы заявляем, что тот, кто подымет руку на беззащитного и прольет невинную кровь, будет отлучен от церкви и предан анафеме. Спасибо. Укрепи вас за спасибо. 3 октября. 9 утра. Елоховская церковь. Перед молебным о ненасильственном разрешении конфликта. Час дня насмерть убили дубинками старика. Хотят снимать, пускай подходит. Безоружного и беззащитного ОМОНовца. С этого началась все, вся эта история. Потом напали на народ со щитами. Народ их встретил камнями, побили их камнями, строили баррикады. И больше они не рыпались до ночи. Держали их под баррикадами. Ждали штурма, они побоялись на штурм идти. Кинули водометную машину забросали камнями, захлебнулась. Еще раз кинули, еще раз забросали. И больше до 10 вечера они уже не дрыгались никуда. А вот сейчас пришли разобраться. 3 октября, час дня, Смоленская площадь. Показывай, там баррикады строят. Да, на баррикадную поехали. На баррикадную, да? Да. Ну, а мы поедем на Октябрьскую, пойдем 2 часа там. Конечно, туда пойдем. И мы с журналистом направились на Октябрьскую площадь, и там, опять-таки, все казалось спокойно. И потом вдруг эта толпа организованная появилась. Никто не мог понять, что происходит. Эта толпа вышла на Садовое кольцо, внезапно повернула, остановила движение и двинулась в сторону Крымского моста. Вы сами видели, первые начали они. Нам был приказ только остановить. Извините, на мне погоны, я давал присягу. Что делать? Толпа двинулась в сторону Смоленской площади. Автобусы и грузовики солдат захвачены демонстрантами. Вот. В автобусах милиционеры защищаются чем могут, щитами, чем могут. Их могут разорвать на куски, это совершенно понятно. Демонстранты забирают грузовики, садятся в них, и сейчас они тоже будут двигаться в сторону Белого дома. Я лежу на земле, ты понимаешь? Они не вас! Вы, наверное, должны знать, что 3 октября на Октябрьской площади собралось вече, несмотря на препоны милиции, ОМОНа, там это все было. Потом народ двинулся оттуда по направлению вот освобождения этого дворца. После этого все пошли на штурм вот этой мэрии. Нет, там прорвали еще на Крымском мосту. Ну, это естественно. Там... Потом на Смоленской прорвали еще два... Кордоны, там кордоны, естественно, кордоны потом стояли. Еще кордоны прорвали и вышли сюда. Вот. И вот вы видите. И взяли штурмом. Русской впереди пошел, взял вооруженных людей и взяли в мэрию штурмом. Из Белого дома тоже. А школа, да, да. Сначала освободили Белый дом, потом из Белого дома сюда. Сволочь, разве можно? После этого поехали братья Останкина. Останкина. Ну вы понимаете, что народ задурен. Идет ложная информация. Скажите, а стрельба была? Ой, что было. А вы посмотрите, вон стекла. Вон смотрите. И кровь, а вон заснимите, вон там сколько пуль, вон стекла побиты. Они стреляли и холостыми, и боевыми. Ранили. В живот. Я не видел куда, но говорят, в живот и унесли. Вот, видите крови вот сколько. 3 октября, 5 вечера. Мэрия. Вот сейчас вот идите.
мэрию взяли, Лужкову конец и Ельцину. ОМОНов убегали оттуда. Они засели, их укурили автоматами оттуда. Простреливали, они вывалились. Они по народу стреляли, есть убитые и раненые. Ну вот, вот смотрите, видите, малые отверстия, вот они. И вот большие отверстия, напротив, выход оттуда. Что это значит? Это значит, стреляли оттуда. Это маленькое отверстие, это автомат Калашникова, большое отверстие, пистолет Макарова. Да, когда народ валил сюда, уже прорывался блокаду, а те начали палить. Может быть, воздух, ну, перемешку и холостые, и при мне человек упал, так сказать, ну, не от воздуха. Я не знаю, при мне было два убитых или раненых, не знаю. Дальше там уже в том углу начали стрелять из пулемета, из окна. Так хорошо. Погода в кухне, сволочи, а? Направо! Отсюда вываливалась команда вот эта, бандитов. И все, хватили и выходили. Мэрские власти уже парализованы. Вы видите, что первый кордон мы брали с трудом, но последние практически прошли, как говорится, сквозь масло. Я думаю, и там они напугаются, получив информацию наших товарищей, и сдадутся. Я думаю, с минут на минуту поступит приятная вещь, что Останкино взято. Вот мы сейчас ехали в правительственной машине, фактически радио молчит. Видимо, они уже сейчас думают, на кого ориентироваться. То ли на тех, то ли на нас. Но я думаю, они уже поняли, что там дело сделано, нужно сдаваться, нужно переходить на нашу сторону. Ну, кому надо, я думаю, они уже улетели. Будьте спокойны. Именно поэтому сейчас начинается работать эффект снежного кома. Уже потихонечку на нашу сторону переходят не только представители вооруженных частей, но и правоохранительных органов. Кое-кто уже начал прибегать сюда, к Дому Совета, становиться на колени, клясться в верности советской власти. Но мы пропускаем, да. Иди докладывай, давай только помогай нам. Мы сейчас не будем, как говорится, клеймить их предателями и так далее. Пусть они работают, отмывают свой грех, а там разберемся. Никуда не уходить, никому. То есть вот сейчас, народ. 3 октября, 7 вечера, Останкино. Разум и военный. Если хотите человеческий, но мы не хотим допустить кровопролитие. Это наша позиция правильная. Пока она выигрывает. А он проигрывает, потому что он заставлял ОМОН бить, он заставлял проливать кровь. Поэтому что, на нашей стороне и правда, и человек. А мы все равно выиграем! Окружайте это здание, подходите! Последняя
Ну что вы снимаете, дети? Подождите, завтра вот те, которые там стоят. Бой имеются убитые и раненые. Программа «Вести» вышла в эфир из резервной студии. Вокруг здания Моссовета выстроилась живая цепь защитников. Третье октября, 10 часов вечера. У Моссовета на Тверской. Здесь, после выступления Егора Гайдара по радио, собрались сторонники президента. Кремль в абсолютной безопасности. Там наши друзья уже из августа 91 построили нормальные совершенно баррикады. Я вас уверяю, что они лучше, чем были 2 года назад, в августе 91 года. Убираться. Там жители забыли...4 октября, 6 утра. Сторонники президента у баррикад на Красной площади. Кофе могу только предложить, воды нет. Значит, у кого какие-то возникли неприятности? Да, да мой телефон запишет. Работа, что за это думать? Вот, тогда я, ну, хоть уж, у вас ладно. Связь будет? Ну, будет, не будет, устрою, поеду, скажу. Работа это не главное, понимаешь? Ну, смотрите, что, чтобы здесь какая четко обстановка было. Самая главная. Так, что касается обстановки. Значит, обстановка, ну, как сказать, если по-боевому, то нормальная. Нормальная, то есть, значит, где наши-то? Сейчас. То есть Останкино вопрос решен, так. С мэрией вопрос решен, с Моссовета вопрос решен. Мы уже взяли наши? Да, да, да. С Белым, Белым домом, да, да? С Белым домом вопрос прежде состоял. Октября, 7:30 утра. Белый дом и мэрия с крыши дома напротив. Алло! Спецназ, Storming! Спецназ, Storming! Mayor City Office! Спецназ, Storming! Mayor City Office! Да! Значит, они штурмуют мэрию. Из мэрии уходят люди, которые ее защищали. Группа по подавлению мятежа, ее возглавляет Дмитрий Волгогонов, и он подчеркнул, что нынешние события в Москве это не просто подавление мятежа, а подавление зародыша гражданской войны в ядерной стране. Мы координируем все действия и прилагаем все усилия к тому, чтобы в ближайшее время антиправительственный мятеж, иначе называть его нельзя, был подавлен. Тысячи людей переходят в мост, приближаются к парламенту и смотрят на то, что там происходит. Они, некоторые из них находятся не более чем в нескольких сот метрах от здания. В то же время, по всей видимости, они считают, что все это является лишь спектаклем, однако они видят и взрывы, которые происходят в здании, и дым, и раненых, которых выносят с поля битвы. Один раненый у нас, да. Но он транспортабельный. Нет, там тоже одного задержат. Ремень есть? Расслабьте ногу, расслабьте ногу. Вы ее напрягаете, кровь течет. Я держу вашу ногу. Расслабьте. Им и тем, кто отдавал им приказ, нет прощения, потому что они подняли руку на мирных людей, на Москву, на Россию, на детей, женщин и стариков. 4 октября, около часа дня.
Белого дома и мэрии со стороны Калининского проспекта. Внимание! 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 Вот это снимайте! Зачинщики кровавых беспорядков в Москве арестованы. Пожалуй, это самая главная новость уходящего очень тяжелого для России, для всех нас дня. Октября, половина шестого вечера. Новый Арбат, последняя съемка. Объективно, Ельцину все равно конец. Потому что существуют объективные факторы, которые могут... Ну, подожди, меня спросили. Я в 91-м здесь был у Белого дома, это похороны демократии. Зачем тебе Ельцин плохой не делал? Кому? За что же вы давайте смотрите? Шопа, дорогой, говори. Вы привыкли, ты комсомольский работник бывший, говню. Когда ты под штанов подходил, я против Чехословакии выступал. А зачем ты говоришь, что ты что? Ты что, не русский там? Эти трагические события – расплата не только за наши сегодняшние ошибки и прегрешения. Мы платим еще и по счетам прошлого, по счетам великой и трагической российской истории. Мы не понимаем это. Мы нетерпеливы, нетерпимы друг к другу. И грохочет по нашим улицам танки. Покаяние – это, в общем, великое чувство и великое очищение. Но сейчас я вижу уже какие-то признаки. Ну, это нельзя назвать покаянием. Но когда мы осознаем всю нашу жизнь, осознаем полностью в глубине, покаяние придет. Покаяние придет. Послесловие. Фрагменты концерта 26 сентября на Красной площади. Съемки натурные, а запись звука в прямой телевизионной трансляции. Thank you.